Рома!
такими были, со своим характером, со своими капризами. Ром, дальше учиться не будешь? Академия внутренних войск, да, называется? Нет. Есть несколько филиалов. Основная по себе, но это не внутренние войска, сейчас войска называют. Игры. А заочное отделение есть? Нет. Только очень учится. Да, там слушаться. В Москву переезжаешь на другой. Там живешь, то есть там. Ну да. Так же на пару. Просунул? Вратарь чуть неправильно позицию занял. А, вон капитан, в середине поля, вон. Thank you.
Здесь 7-й год, Вячеслав Анатольевич. Они Россию играют. Ты знаешь, как солидно с развездом. Все Москва. И не рядом город, перед ней едет. Плотников играет. Да? Артем, да. Один раз тоже Санек пришел. Пришел посмотреть на своего братишка. Саня. Да он и был-то, в принципе, тоже на Олимпиаде. А что, у него брат тоже вратарь? Нет, полевой игрок. Попадать, Олег, попадать! Ползащите. Хороший. Хороший. Так, как парень, хороший. Чувствую, сам после парня. Ну, Санек приходил, говорю, тот еще, я удивился, удивился. Опять Димка такой гол забил, опять под заднюю штангу подстраховал. Ну огромный, блин, огромный. Завтра, наверное, тоже придут. Они завтра играют. Чем занимаются? Он? Как суть? Не учится. Вещи делать чертила. Шустрый вратарь, но невысокого росточка будет. Ты, наверное, не вспомнишь, когда футбол играл последний раз? А? 6 назад. Месяцев 6? Лет 6 назад. Лет 6 назад. Ага. Так убежал хорошо. Thank you.
тайм закончит. Ром, подожди, Ром, сейчас закончит. Они в раздевалку. Или ты кому, кто тебе нужен? Дим, по 35?
Yeah.